В Наукограде подвели итоги финального этапа краевой олимпиады профессионального мастерства. Бийские студенты показали высокие результаты. Олимпиада прошла на нескольких площадках Бийского государственного колледжа и Бийского техникума лесного хозяйства. На протяжении нескольких дней студенты среднеспециальных учебных заведений со всего региона соревновались за звание сильнейших в профессии. Участники показали теоретические знания и практические навыки по специальностям сельское, лесное, рыбное хозяйство, электро- и теплоэнергетика, радиотехника, электроника и системы связи, а также технология деревообработки, лесное и лесопарковое хозяйство. Бийские студенты показали высокие результаты. В каждой дисциплине им удалось отстоять свое превосходство. Победителями стали Кучеренко Данил, Егоров Кирилл, Денис Галахов, Вавилова Ярослава. Добавим, что краевая олимпиада профессионального мастерства продолжается. Она проходит по 28 направлениям. На следующей неделе бийчане примут участие на площадках краевой столицы. Там пройдут соревнования по экономике и бухгалтерскому учету, а в Бийске выявят лучшего по специальностям промышленной экологии и биотехнологии, а также определят будущего лучшего продавца. В этом году всероссийский этап олимпиады в настоящий момент не запланирован. Вот. Может быть, это связано с пандемией, может быть, с какими-то другими условиями, но такого всероссийского приказа нет. Но, тем не менее, краевой мы проводим. И те люди, которые победят на этом этапе, потенциально могут участвовать, если, допустим, министерство объявит о проведении этого всероссийского этапа.